Саня Кулиев. У меня в руках долгожданные кеды ES Symbol. Это модель, выпущенная в 2000-х годах. И сейчас она обновлена в новой цветовой гамме и с новой подошвой. Вы долго просили сделать такую рубрику «100 кикфлипов». И вот мы сегодня затестируем эти кеды и покажем, как они себя показали и что с ними произошло после 100 флипов. Будем чекать. Ае! Сразу предупреждаем, что лучше подписаться на инстаграм ES Footwear в России, ссылка в описании. Мы запускаем там конкурс репостов с пушечными фрезами. Сделал 25 флипов, может быть, чуть больше. Вот, в принципе, состояние easy. Чуть-чуть подстерлись, самая малость. Подошва вообще в идеальном. Вот зацепчик идет тут, шнурки держатся. Продолжим дальше. Щелкунчик. 10 баксов из вас.
лактали. Понятно? Ну что, в принципе, слегка потерлись, но как бы это классический скейтборд. Легкое утирание, оно только чуть-чуть внешне подпортило, а так там еще до дырки, как вообще. Здесь еще какой-то второй слой, там, наверное, третий. В общем-то, подошва очень не трется. У меня в целом кикфлип, он всегда выводка вот здесь. То есть я подошвой не столько много работаю, сколько мыском. Поэтому он так утирается. Все в зависимости от того, как вы делаете флипы, будет стираться кед. Вот. В целом все тут. Клипов. Я в шоке просто. Я сдаюсь. Я.
первыми кедами сделали это. Баус. 100 флипов, пацаны. Ну, я хочу сказать, что кеды отличные, они крепкие. Я сделал 150 попыток, из них 100 кикфлипов. Вот. Держится хорошо, ничего не приклеил. Подошва вообще не стерлась. Все, я кручу виском. Как бы кеды очень крепкие, мягкие, приятно прыгать с высоты. Я их протестировал как во флете, так и с гэпов. Я доволен. Пушки. Есть символ. Я убийца. Поехали, давай.